Не, шам, на самом-то деле это, ну, все шаманы нормально так делают. Изначально ты подбегаешь к боссу со всей пачкой, поставил тотем и отошел на свою ранжу, как тебе удобно. У тебя ж люди стоят по окружности от босса, и все. Более очень важная хуйня — это сопротивление природы здесь. Тут просто смотри, какая хуйня была. Ну, понятно, мы там уже вайпались, вот последняя была сбежка. На мне 4 стака было, блядь. Сбегаться, да, все равно с четырьмя? Да, типа стаки тебе только от залпов бонус урон. Разбегаться тебе в любом случае надо. Да, я уже После забыл, блядь, касты давно. теперь надо с касты. После четвертой касты надо сразу сбежаться. Можете просто считать себе, там, если у вас ни ДПМ, ничего нету. Пустил. И не стойте далеко, типа, условно, короче, есть мелизона, вы, типа, по квадрату рассосались, вот, который босс стоит в центре, вы по квадрату рассосались, и все. Не надо, блядь, это от квадрата стоять, там, блядь, полмили, нахуй. Что, запускаем? Да. Блять, не всегда видно, на кого это самое, этот подкидывает он. Я на воду, потому что смотрю, иногда бывает, когда он подлетает наверх и серым становится, и тогда бывает успевает. Да вообще забей на это ловить, типа, короче. Главное, чтобы он под щитом и половый был, типа, поебать. Я тоже пробовал ловить, это дрочь, просто теряешь все время. Ну, на себя ты можешь кинуть, а так да, На зайдешь. себя, вот на кого-то еще кинул, на мага, по-моему. Ну, маг по себе, маг тоже, да. Есть маг, может, по себе. Да маг может вообще, блин, кануться, когда падает под самый низ. А, ну все Лок тогда. лок Ну, может. в этот раз мы упали из-за Марсезна. Ну, короче. Второго мы потом найдем, дурачка. Как-то запустил Это раньше уже минус времени. 50 вам Типа, обоим, уже нахуй. 3 есть проебали. Убей. Я запустил. А есть же все кого-то или починка Ладно. команд? Джуна, ты посмотрел, кто запустил в первый этот? Чинитесь там, пока есть. Поставил же. Видите, сейчас кому там надо. Джив стоит. Да. Починитесь, я тоже сюда. Что-то пиздец, эта неделя как-то тяжко идет, не? Вообще, я охуеваю, кстати, вообще тяжко. Что Я случилось, тебе нахуй? говорил, друга. 0 из 3. 25-ки особенно тяжко, блядь. Я прям, блядь, не знаю, нахуй. Ну на том КД я говорю, вон этот второй рейд, который суета вот этот водит. 16 вайпа, говорит, на профи, блядь, прикинь. 16, блядь. Не, это у тебя приз спрашивают. Это ты за целка говоришь? Да. Вот. Я не спрашиваю, я Все, рассказываю. приготовились. Не, мы просто закрываем его за 1:40. Да мы тоже первым рейдом закрываем. Кого? Целка за 1:40? Да. Ну, два, ну, под 2 часа. Ну, блядь, 1:40 невозможно. Возможно. Я тоже Ну, почему? Нет, невозможно. Да все Я не возможно. знаю, чего это. Понерфленный целка какой-нибудь на X2, блядь, может быть. В Т5. Не, ну это я, ну это я без выебов сказал, знаешь, я просто пизданул. 2 часа плюс, да, два О, около тридцать 2 часов, да, человек. где-то там. Андрюха, слышишь, ты выкатывайся на маунте. Типа, беги до второго трэша прямо на маунте. Я уже выкатывался не раз, меня телепортируют обратно в главницу, нахуй, типа в начало рейда. Из-за этого я иду, блядь. По ШП поиску. Спасибо. А там целка 10, а в бычку не пойдете? Чел, ну сломание, блядь. Кого? Кого? Ну, целка здесь обычку не пойдете после замана.
способ вряд ли. Хотя может быть. Позже. А чей это? Это куришь чей? Можешь пока стрим посмотреть и все. Какой-то лоб 230. Одеваешь, вот Андрюха. Захильте фатике. Кидайте быстрину, орехи. 3, 2. Подожди, 1. подожди. Там лок СС не кинул. СС кинул? 40 сек. Похуй, я диван дам, поехали. 3, 2, вперед. Блядский стол. Я думаю, главное, чтобы лок доехал. Лок СС кидаю. Все. Я наверху стану, не поднимайтесь ко мне наверх, я попробую Мелда. Сейчас Кибиди умрет. Жди. Не получилось. Жми. Получилось. Не получилось. Все, снимай диван, снимай Мелд. Шкаф ставь, после того, как креснешь. Короче, во-вторых, мобах в этих, которые стоят ауешат. Они именно в бой вводят. Да, именно так. Рыба стоит, живите. Войда суманите, еще сразу каску бахните. Так. После, после Геры дашь ПС-ку, не давай на опене прям. Угу. Типа Гера там будет. Поели, готовность вперед. Тим. Все, все готовы. 3, 2, 1. Понеслась. Кера. Вон, стань нам Макс Тенджер, я не знаю. Третья в тебя будет, нажми тучку. Один улетел, сбежались. Хорошо. Приготовились, разбежались. Так, проблема. Андрюха, нажми full save, Женя хили Андрюху постоянно. И давай БР. Вот тебе сокру дал. Бей сокру, пожалуйста, мою. На перехвате 4 секунды сбежались. Сейчас будет удар один, потом сбегаемся. Дикей, сбежались. Киннер закинь в этого Войда. Хорошо. Каску лапку. Если можешь. Да. Еще Мелизон. Надо просчитывать Мелизона сейчас.
детей. Сейчас разойдитесь все, чтобы не словить. Вот, это прям сбежались мели. Зашли. Стим. Вот он откатил. Честно, с землей не работают. Это сделал далеко. Вот. Полетел. Идти, мистер Бонд, вы каким-то образом близко стоите. Бурят 4, сбежались. Сбежались 3 секунды, а еще удар. Охуй. Хил в этой херовине, так что про... Разбежались. Танка главное. Танка просрать нельзя. А ты на этот на хас тотем не стоит, это он с этим с сопротом, да, стакается? Да. Да, 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 это все природа как раз здесь. Детей. Сбежали с меды. И вышли. Посох, давай посох, упади, блядь. Дождочка, однажечка. Это опять. Все, все ушли. Ебало в пол. Забирай. Сейчас беру. Ебаный, блядь. ГП. Ты чё, пали, да? Ебаный. Алло, слышишь, Интим, посох со второго сундука, ты чё? Все, падайте, трясайтесь сразу. Бля, а мне почему-то сказали, ну, что типа с первого телефона. А, все, понял. Наебали. С первого офсетки, ну, нон-сетки. Бафа по дороге давайте все, Войт, вставай. С двух сундуков оружие. Сейчас пробегаем. Сейчас просто пробегаем, да? Сейчас бежим до медведя, ну, там, до полянки медведя. Не, понятно, мы медведя сейчас пинаем, просто пробегаем. Сейчас ладно. Просто, да, пробегаем до клеток, в клетках там уже разрезаемся. Ты же слышал, Интим, да? Первый, да, я услышал. Офсетки, два оружия, третье эти... кольца. Четвертый медведь луманский. На этом нет, сервере не сделать. Один я сейчас... Зависит от боссов, кого вы первым бьете просто. Если вы будете бить медведя первым, то он пойдет первое оружие. Интересная теория. Ну ладно, это факт. Медведя всегда троллебой падает, если он падает. Не всегда. Так, отойдите назад. Добежали сюда, встали. Воет, как ну, ты умри, воет, быстрее. И скибиди тоже умри. Умрите на комогро. Бегите подальше все. Ну, быстрее, умрите, блядь, что вы бегаете? Да не бегайте, не бегайте, ну что, гоните? Зашли, резкнули нас по-быстрому, таргетно. Первыми скибиди, воида и штрихновки резкнули. Штрихновки, скибиди, барсет. Вы там сомануть можете? Только пешком беги. Шкаф тратить нельзя. Ну, вроде 2 минуты.
Физике 4 кнопки есть. Физике еще. Вводит мистер Бонд. Бонд подбегает. Сейчас, короче, мы добегаем. Наша задача одели шмотки танковские, прохилились. Нажмете бомжей, нажмете слевые и бежим до медведя. Я бомжей. Диван, если что, есть, СС. СС. Нажал бомжей, бомжи уже есть. Хватит, три, два, один, понеслась. Ладно. Топорчика не забыл, хорошо. Главное, не умри на этом. Где лок? Лок. Сейчас СС висит, да? Лок уже тут. Все, упали тут нахер. Упало в пол. Под лицо медведей зашли все, умерли. Массово умираете, они шкливают, но не стесняйтесь, бейте их там. 12 секунд до насреза. Хорошо. Мистер Бонд. Да куда они побежали? Кибиди умри, кибиди умри. У тебя есть ваниш? А он не работает. Блять. Работает. Не, нихуя. На рогу. Нам не будет. Надо ваниш сжать, скиби. Когда уже все сдохли. Где рога, ну ебаный рот, блядь. Сейчас на приста. Умирай, давай. Блядь, пиздец. Все. Все, 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 вставай, лок. Вести нас. Новая неделя, пацаны, просто какой-то пиздец. Лок, стой. Шкаф сломануть. Да, вы долго умираете как-то. Как это дрожь была, ну. Давай шкаф. Я вчера Джуна, знаешь, ты... какую хуйту, короче, крутил. У меня аж этот, ночной эльф крит дает. Потом я напялил вот эту хуйню. Ну и все сокеты там поперебивал, тоже там какие мог на крит. Рыбу жрём. Короче, с Элемом вчера просто вот в манекен геровский. Юзая этот внутреннее сосредоточение. У меня 4 из 5 моих спеллов, которые бьют. Ехали, трэш. Обтерните медведей, бейте черепов. Не спеши сейчас трэш, блядь, вливаться. В 2 миллиона дамага, короче. Обтерните. Черепку быстрее. Тотем стоит. Тотем убить, отхилить. Пати. 75% крита, короче, понял? Точку забрать. Ехали, тут дождиком бесполезного лока таргет набить. Тотем. Звездочка. Тотем. Андрюха, стан дашь первый? По чипку таргетно играем, я уешу. Кто-то надавал стан, у него диминишн был, у него не полный стан. Не давайте там дипфризы и тому подобную херню, по чипку играем. Я состану. Ряд. Доигрывайте этих двоих. Как обычно. Петя, человека, Андрюха, медведя. Что Андрюха говорил? Готовность ману отрезайте хилами. Быстрее, быстрее, быстрее. Стоит. Три, два, один, понеслась. Таун всем, Петя. Это Геру дали.
Хотят люди воевать. Встаньте, блядь, к стенке сюда, к присту ДЦ, нахуй. Не могу вас считывать, нахуй. Эмиликами тоже в сторону стенки встаньте. Прожимки, если не будет, зубы подпрошу. Можете рейд даже не хилить, я не знаю, буду время захилить. Ты что, не лизом скинул или что? Ну да. Помочь тебе. А то у меня бы там расчленил. Не, он просто мутный, ты надо. Да, я тебя увидел, я... он вот, я вниз. Я видел, как ДКшка тут отлетает под двумя бусами, дебафами. Смотри, как топом превратился, тебе есть полсекунды, чтобы забрать эти секунды. Так что прям на кнопке держи. Не-не-не, не так. Что за сейчас? Да зачем ты на дом? На тебе есть? Да мне нет. А, на тебе говно? Да не, забери ты, Андрюх. Все. Я не бью вообще. Он на тебя повесил, я заранее хотел забрать уже. Слабый медведь. А у меня, кстати, это увечье спало от той формы. Они поломали тайминги этих. Там увечье бьет больше, если на тебе кровотечка висит. Вот именно, что увечье повышает кровотечку. Нет, наоборот. Босс наоборот работает. Ну вот, может быть, почитайте. Смотри, увечье на 100% повышает урон и кровотечение. А медведь вешает кровотечение, рвану рану. Только они из-за того, что сменили тайминги форм, они поломали время весеннего вещи. То есть оно у меня вот под вторую форму, оно у меня спало, я мог медведя спокойно танчить. Могу бопом, если что, скинуть. У меня есть инвиз. В смысле скинуть дебаф в увечье. Эти реплики. Ну, кто здесь? В моих руках, да? Да, в моих руках. Знаю. Хочу на сову. Верните мне сову.
У меня рейтрик гильдии дает на Саурфанге 23 тысячи ДПС. Жесткий. Хочу спринт. Ну, ты 5 находишься. Готовься забирать. Через 7 секунд. Ну, ты 5 любой может. Да какой ты? Да я слышу. Да я подъебаю. Зайди, посмотри. Да, прохил. На тебе прохил. Тебе зубы сдал. За два раза тикнуло, но нормально. Он, короче, вешает немоту, прям когда бросается форм, вешает немоту. Вот именно, там есть полсекунды, чтобы забить. Ну, это сейчас, не плачь. Что, сейчас мы побежим через банки или как? Ебалом в пол, все ебалом в пол. Поезд, бот, забери, блядь, ебалом. ГЦ, кстати, кастер. Все, ебалом в пол, видите трэш, а видите трэш, вперед. Ай, блядь, какой охуенный посох, сука, упал. Это мог быть трансфер. Куда вы бежите, блядь? Падайте, убирайте, куда вы побежали? По другому пути пойдем сейчас, через центр. Джуна, не, нихуя, это не твой посох. Все упали, а то ничего не посох. Упали, резко, если ты входишь, ждем, чтобы бафаться по дороге. Давайте, пожалуйста. Джуна воет. Так, мы сейчас бежим до Джанайла, а потом через воду, понялся. Не до Джанайла. Мы сейчас бежим Малакас, в центр, Малакас, туда, на ступеньки. Ну я понял. До ступенек бежим на этот, на ебаный, короче, понял, островок. Давай паролим посох. Начинаемся. Потом. Сейчас еще башка упадет на кастер. И колечко. Это будет идеально. Главное, мечик упал. Мечик главное упал. Ну, я же вам, пацаны, говорю. Я вчера... были мы в ЦЛК в 25-ке. И я заметил такую закономерность. Я перебил, когда выбил себе... Не выбил, когда себе, а когда перебили Т4, я перебил попробовать в криты шмотки. У меня сейчас получается анбаф на ШП. Так, давайте по теме. Семи, давай, добегай быстрее, они там анбаф шипают. Так пока мы, блядь, бежим, какая разница, что ты здесь? Так ты стоишь, мы тебя только и ждем. Все бафы на ХП, которые есть. После трех секунд бежим, пиздим. Готовьтесь нажимать Freedom Potion. Да, танками только. Только три танка. Бомжи, давай. Я уже нажал. Давай, три, два, один. Побежали. Вперед. Вперед и направо по воде. Два. Хождение по воде, когда добежим до воды. Давайте я это по льду. Да, хорош. Вперед, 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 вперед и до острова. Джуна, ты же там не умер, я дам диван по воиду. А они плывут, они еле плывут. Все, по воиду диван дал. Главное лог тут. СС, главное не проебать. Все, умирайте. Они еле пол. Умирайте, 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 умирайте. На встречу не будете. Добитесь. СС, когда дай мне диван, надо. Он есть, все в порядке. В Кибеде, Женя, умри, пожалуйста. На тебя гровисит. Хай тоже умирай. Уфолок, Интим тоже умирайте. Они еле плавают. Оба медленно. Только на срезы, давай не трать на срезы, наверное. А, таргет нарезы. Всех таргет нарезы сейчас, быстрее. Угу. Снимай, 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 снимай. Пацаны, а Дживс есть у кого-нибудь? Был Дживс. Поставьте, потому что я весь красный тупо. По приколу ставит, походу, Дживса. Это был раньше, почему-то не починился. Кто красный? Крис. Красный. Быстро, ну, сразу, если ты стал чинится сразу с умонером. Давай, давай, хорошо. Потом. Короче, смотри, твоя задача теперь на 50. Ты накидываешь омоложение на всех и убегаешь. Да, по лунным крестом накидаешь на всех обновления. И заплю можешь на хай кинуть. Здесь вторая банка, правильно? Здесь, в смысле, вторая банка. Ну да. Ты что, передам поушены на танках? У меня есть, у меня есть.
Хорошо, Хай, печи лестницы. По танкам или по всем закинуть? По всем, чисто сколько успеешь. И потом убегай просто от нас подальше. Теоретически, я по ней через воду пока буду, ты телом от воду. Все, скажите, дайте. Дайте хождение по воде и за мной идите. По воде практически, блядь, нет. Все в порядке, иди сюда. Все, встали тут. Короче, два момента. В комнату заходите во второй поворот. Первый поворот, там тупик. И там дырявая лестница, по лестнице аккуратно бегите. СС по себе кастани лог. Так, СС кастанули, дивана не будет. Если что, шаманом же не тот. Не, шаман, ладно, похуй. Быстрее раскидывай. Готовьтесь, нажимайте сейвы, сейчас побежим. Приготовились, нажали бомжи, нажали сейвы. И потом выпили поушен. Три, два, один. Полетели. Танки первые. Езжай, езжай. Прямо. Прямо и налево. Прямо, прямо налево. 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 Еще раз налево. На лестнице, по левой стороне по лестнице, на левую сторону, под стенку. Прямо и направо сейчас поворот. Лок там идет. За мной мы оба побежали. Хорошо. А, вот тут упали в клетках. В клетках упали. Андрюха, выйди с фарм. Да я убил, что все добежали. Все, все в порядке. Все, упали. Ебало в пол. Приз, который шипает, резайся и заходи, и жми камень. Меня не убили еще. Подождите, не заходите, сука, все должны умереть сначала. Умирайте все, Интим тоже умирай. Меня не убили еще. Умирай. Подойди к мобам, убьют. Смотри, мобов умри. Пиздец. Я же говорю, что умри. Там ты, там где? Входи, все, приз, можешь нажать камень. Вставай, лок, резай нас. На призе боя опять, по-моему, был. Где-то в начале инсте боя на тебя? Нет. Нет на нем боя. Может, чуть-чуть. Сразу шкаф ставь. Так, я кошку. Я думал, знаю. Друг, я кошку ловлю и рядом с тобой. Ты примешь, когда будешь готов там. Я не буду сейчас, потому что у тебя агронабор больше. Да ну, дружусь. У меня нет четырех кусков. Ты вот курите. Просто сундуков третьих. Просто сундуков покурим, а не раньше. И еще одного. Так ты можешь этот агрон набрать на ДК, а потом там задавать мишки. Вы только, да, вы только в угол не ставьте, а то мы на том КД так проебались, и у нас этот не вылазил. Тотемы были в углах и молку в текстура, да? Да, 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 да. Так. Женя. Женя, ты тут? Все, жмите каски. Нажмите, пожалуйста. Яд намазал. Каски дырявые. Ты можешь пристав нормально? Ага. Я жду, пока бахнут дырявые, чтобы их перебить. Я уже бахнул дырявые. Каски уже есть. Все. Я босса поставлю, короче. Ты собери его только нормально, чтобы... В бочек встаньте, короче, РДД. Сюда идите, РДД. Встаньте себе в чайпок. Все, чек пул. Готов. Да. Все готовы. Агри. Надо будет здесь совсем на природу только поставить. От огня или природу? Природу. Огонь я ставлю. Бля, ты чем, ты огоньком огнишь? Все, бьем. Ну что это? Все, я кошку держать буду. Ты, у тебя сколько КП? 58. Буду душу. Каждые 25% босса тебе надо считывать всех. Ой, да, все да, по кошке. Геру дали, это тем убили.
А счета там будет. Диспел будет. Ну, вижу, вижу, все равно. Бивать абсолютно бесполезно, если что. Перефаз это там убить. Процентов перефаз. Рысь. По рыси сыграли. Агро на Марсе. Тотем. Клевает босса крат. Да, подъебал на зрителей, танки уже заберут. Клевает другой фарм, не вайпит. Да. Клевает. Петя вообще режет на куски просто. 3-4 косаря, я худой просто. Сейчас будет удар 3%. 2-1 удар. Рысь. Это будет последняя рысь, так что нормально переведите все. Диспел. Да. Тотем. Бондись. Что-то там. Еще плюс один свечитесь, пожалуйста, кто там. Центр перефаза. Кто там. Убиваем. Еще 11 минут у нас. Если с инвиспоушенами пробежать, чисто теоретически мы можем успевать даже 4 сундука. Если бомжа на реплике не брать, конечно, а брать нормального ДД. Взять хуни, который хуярит по 12к плюс и 4 сундука спокойно сделают. И бомжа на реплике надо убирать. Да, на реплике реально бомж. Где этот сундук? Но он это подруги малый. Выгонят от всяких. И блокерской конце. ГЦ. ГЦ меня получается. Нет, это же для меня нахуй. Я ж тебе говорил. Слушай, с блоком кольцо будешь брать? Серьезно? Мысли, а какие мне кольца брать? Скажи мне. Стой, там стоит. Три хостовые, да? Че, умираем? А, да. Ебало в пол. Поиграешь перед медведем, потом скажешь. Ребята, первые двух что-то интересное выпало? Для меня очень интересно. Ты же один хуй паладином не танчишь, как хуй разница, нахуй тебя надо. Ну, я рофлю, бля. Я на не упертусь вообще. Чисто дизнусь ради кристалликов. Только где мы тролебой, блядь? А где мурбой? Да нет, там просто 140 стамины, типа, оно больше моего дает. Ну да, но очень нашли. Же. Мистер Бонд, нажми ваниш. Вроде это выйдет. Нет, на нем играть. Это воду забавился. Правая кнопка в группу тыкни. Это мы что, курим? Нет? Ладно. Или бежим? Короче, давайте перекур. Вот эти 10 минут, короче, или нет, 5, короче. Да, ну, я здесь 5 минут, давай. 10 минут еще. Все, короче, можете выдохнуть, дальше будет все легко.
Отбежал. Дальше под лодками пробнем, да? Ну, то бьем пачку трэша одну и побежим. Не смейся тут. А лучше я просто так, знаешь. Ротки этих топорщиков. Так ты топорщики не пулятся, типа. Нет, а вот смотри, вот эти вот стоят, и выше них, типа, следующая пачка, она тоже топорщиками. Так, ну, они что, то есть если две пака топорщиков, да, что? Ну, ладно, короче, похуй, не поебать, все. Еще вот пояс хороший. Выглимая. О, ножки на холле палосе оставлю, кайф. Наручка. Петя, тебе надо одну ручку? Слушай. Петя, конечно, надо одну ручку. Тебе нет, так понял. Нет. Я за поясом, не тролливой. Ну, пояс я возьму, наверное. Никому не надо. Банду уже есть. А Петь не надо разве? Он же словой. Потому что я подумываю себе его взять. Понял. У меня пояс, ну, блядь, я вновь конченый. Зады. Что это? РПБХ? Конечно. Он крит нож. Оно как раз дает. Трюх тут. Трюхе пояс не надо, случайно? Давай не будем. Хорошо, не у пояс. Там посмотрю. Бля, может реально блокера на пале собрать? Тут и плечи выпали, и кольцо. Вкусное, да, на блокера? Ну. Хотя на пале и не на орке. Не, ну его нахер. Ой, ты Бонд остался. Да, чё, всё, бежим? Я тут. Ну, идите все к нам. 4, 3, я с вами. 2, 1. Скибидей его, это что?
Короче, сапни вот этого дурака с черепком. Там этим ошеломлением. Так тут можно прижать, чтобы не трогать. Прям ровно лежишь и все. Ладно, сейчас... Где Женя? Так сапни... Евгений! Чекни, ну что он тут? Так давай без него пробежим первый этап, может без него пробежим. Я побить хочу трэш первый этап. Какой? С топорами эти дураков. Не, а ну... топоров сейчас зайдем. В одного хила я хуй знает, смоки нахуй не бить. Тем более, слышишь? Чё, может реально в два забега, как мы тогда делали, блядь, до угла, где там по карте? Это мы с Кириллом делали. Tomorrow. Ладно, короче, дайте стамину приставскую, дайте лапку и барабаны. Ты ну понял, там, да? надо, чтобы танки словили, блядь, метающих на ступеньках. И потом за ними можно будет только бежать. Ты понял, Ваня, где я говорю? Идите за мной, только аккуратно, блядь, я согрел, ясно. Чё, побежали, да? Не, умирайте. Я вот не понимаю, как они агрятся, вот эти вот уёбки сверху. Ну ладно, вот смотри, вот так бежать, вот-вот, а не к стене прижиматься. Вот видишь, где мой тут лежит? Вот эти загрятся там? Тут ничего не черт. Черт. Окей. Ты по карте просто глянь, прям бежишь. До угла добежать, до угла, там резнуться, и потом уже второй раз до дубов бежать. Возле лестницы, где уже к боссу лестница. Два забега. Ну, я говорю, мне проще убить там, сколько, 5 мобов, да, и пока, потом не ебаться. Пока он АФК, мы добежим до угла, потом там встанем, и даже добежим, блядь, второй раз перебежим. Блядь. Ладно, похуй. Ну, вроде в два забега хорошо, но в один забег не осилить там, потому что дохуя мобов скапливается и падает. А Женя уже с нами. Пробегали. Пробегали за один забег. Хламобот есть, может, у кого желтые ноги стали уже? Потом починишься. 15 минут. Вот так по прямой, да? Ну там видел на карте, да? Метки, да, да, мне осветили 3D метки ты нахуй поставлю. Прошу. Воина. Там где белка? Там где белка, вот прямо. Ну, покажи мне путь воина, давайте. Так, сейчас, секунду. Кстати, скиньте бафы, бежим. Сейчас лок СС не кастуй, я диван дам. Там нажмете милды свои. Чё? Короче, милд и роговский ваниш, если чё, вставляете. Может, в мамонтах пробежим? 30 секунд. Нельзя на мамонту садиться больше. Уже мамонты не работают. На колесницу. 20 секунд. До угла бежим, да? Да. Давайте. 3, 2, 1. Полетели. Там любой маунт, который двухместный, теперь не работает тут. Нельзя в него садиться, типа. Все. Зашли, упали, там этот прист, короче, куда-нибудь влево-вправо отойди и нажми уход в тень. Все сюда подбежали к паладину, тут умирать будем. Андрюха в инвизии, можешь стоять там где-нибудь везде, не важно. А чего, нет, ты выделись? Я не могу понять, что за хуйня. Нет, умираем сейчас. Жень, скибиди, умри, пожалуйста. Лохомбота нет, просто уйдите. А подойдите все туда в пачке. ДЦ, подойди, Рога тоже подойди, все подойдите туда. У кого нету комбата? О, а ты выделись. Так нету, да. Нихуя, ну. Так я, на мне и на Жеке были, все, на Жеку убежали. Но... Да, так у меня комбат был почему-то. Если у что-то. Меня тоже был. Паник, вот это пипец, блядь, галит, я не могу. Прохилимся и побежим второй раз. О, охуенно. Только орехов сейчас нету, по дороге опиздились. Вот этого дурачка я, наверное, сапну. Вот этого убить вроде можно, да, вот этого близко,
бежать. Да нахуй бить, пробежим, вы чё? Сейчас бомжей дам, вдаль отправлю и побежу. И вот так, значит. Готовность. Сейчас, секунду, погодите. И, короче... Я, кстати, вам скажу, что мы убивали эту хуйню. Давай, сейчас. Так. Так, все готовы? Сейчас кастанет. В черепка кидаю бомжей, побежали. 2, 1, понеслась. Адике, беги. Я, конечно, сделал, но, конечно, сделал как-то так. Мастер дал. Бегите, глупцы. Я добежал. Я диван в ебу, иду в ебу. Я не рано дал? Что, вы добежали? Да, умирайте. На мне, блядь, весь пак висел. Так, джифса ни у кого нет, да? Все, Войд, отменяй. На хай еще бой, блядь, сдох. Нет. Вот сдох. Вот все, добежал пешком. Я слышал, починюсь. Подойди еще ближе, Ресни. Куда ближе? А я тут. Там... Все, вот так. Я в Долорана починку. Нету мамонта никого ремонтного? Не работают мамонты. Тут двухместный маунт уже не работает. Нет, ремонтный. Ну, а он-то какой маунт? Двухместный или нет? Ну, на него нельзя сесть. Можно высадить торговцев и посадить. А, да? Я не узнал мамонта, он не знает. Шкафы с умонем. Сманите, плиз. Сман. Фиксану шмотки. Вань, так ты, может, и отдашь, ну, или тебе дал саппорт? ШП, у тебя телек на фоне хуярит. Салямба. Петьке топорик отдать, чтобы он его зачарил всех, не? Меч он имеет в виду. Ну, меч. Я помню. Да, чуть не помню. Он уже вышел? Две серии первые, да? Петя, ты понимаешь, что он? Я не смотрел. Да. Я только смотрел Мандалор. Классный Мандалор, вообще классно. Но мне больше всего нравятся арты в конце, блядь. Бафу дайте, поехали потиху. Сейчас потяну первых. А ты тянешь? Что ты делаешь? Духов, что я делаю? Ну или забегите наверх, похуй. Че, бейте. Лёва, не знаю, тихо, блядь, что ты делаешь? Вот этого быстрее диспел ему дайте, диспел по нему. Хорош. Дал зубы. Чипку сыграй. Не надо фирять, сыграйте по нему. Ваня, ты такой паникёр и нападай, просто пиздец. А зачем нас просто лишний лагерить? Нас просто разъебали они туда очень быстро. Если на реакции не стиспейлится, он этими фаерболами разъебал. Макс воруется и просто разъебёт всю пачку просто. Тысяч ШП. Так, кто танкует босса, кто трэш? Короче, часик раздуплюсь. Тихо, перечайся на огонь, фул.
Петя босс, Андрюха трэш. То есть тебя диспел медведя, мы просто хилим. Трэш начинаем бить, когда выходит 3 пачки мобов. После 3 пачек мы уже льем трэш потиху. А пулы по фулам, то есть по медведям. Сейчас скажу. Чипок мы убиваем, метку моба. Крестик я посапаю. Спасибо. Крестик потом доливаем до половины хп, чтобы потом было удобнее его добить. По тактике все знают, все бафы... Не все бафы есть. Мак, МК дай, пожалуйста. И кто там мне что говорил до этого еще? Диспелишь медведя. Ты не знал. Это, слышишь? Ваня, тебе не надо было каску перебивать, она была таким крест. Мне не по забудьте сказать об этом. Не под СПД нам дети, да? Да, да, все в ДД этих. Без СПД, ой, без сопрота. Так, ты рыбу забыл, сяк. Последние крополи рыбы остались, так что давайте не падайте. Бля, сами меня изнасилуют чувства. Готовность. Если не забуду, то сегодня рыбу научу, типа, если не забуду. Окей. Жень, готов? Так просто этот тотем МП5, который все. Все готовы, давайте. 3, 2, 1, герой. Рассоситесь по всему кругу, чтобы не дышало во всех сразу. Куча шаманы и лок стоите. Сейчас вдвоём, двоих будут конусов поверить. Мобы пошли, крестик сапнул, черепок мобьём. Быстрее, по щепку. Стан дал. Второго до половины подливаем. Этому до половины хп. Толя, стоп ДПС по нему. Вы его, бля, пускай идет. Ёбаный в рот. Что там? Все, следующих троллей мы вообще не убьем, если что. Ханя. Политанка. Блять. Давайте сейвейдим. Не сможем. Сейвейдите. Я могу убернуть, я могу убернуть, слышишь? Не надо. Не надо. Цена повышается на 200. Тотема. Женя, уберите тотема, пожалуйста. И рано разбегаетесь, очень рано. По сравнению рыба с Сикс-2, тут свободных мест. Рыба стоит пока. Рыбу сразу, да, захавай. Блядь, я рыба. Просто вот начал уходить в сторону, ебать, там их как налуталось, бля, я им. Ну, так, ты блядь. Запаниковал, ты стоял во мне и потом в сторону бежал. Ну. Типа, других же людей это не зависит, где они будут. Если есть какая-то жопная ситуация, то эта точка тебя всегда спасет. Береги ее. Ну да, да, дебил. Дилей там, наверное. Я чё, тоже кош нажал. Говоря, нахуй за ним вообще и не подумал. Я что хотел сказать, не ставь.